курс дети читают стихи. Я ученица 2 класса Калимулина Камиля. Село Новое Усманово. Сергей Михалков. В снегу стояла елочка, зелененькая челочка, смолистая, здоровая, полутораметровая. Произошло событие. В один из зимних дней лесник решил срубить ее. Так показалось ей. Она была замечена, была окружена. И только поздно вечером пришла в себя она. Какое чувство странное, исчез куда-то страх. Фонарики стеклянные горят в ее ветвях. Сверкает украшение, какой нарядный вид. При этом, без сомнения, она в лесу стоит. Несрубленная, целая, красивая и крепка. Кто спас? Кто разодел ее? Сынишка лесника.